В Лондоне на Уэмбли был сыгран матч второго тура группового тура Лиги чемпионов. Тоттенхэм принимал Барселону. Барселона мощно начала поединок на Уэмбли, уже на второй минуте гол забил Каутинья. Лионель Месси сделал классный заброс на левый край штрафной на Жорди Альбу. Угольярис опрометчиво пошел на перехват, поэтому когда защитник каталонцев сделал передачу к Филиппе Каутинье, оставалось лишь поразить пустые ворота, что он и сделал. На 28-й минуте гости удвоили свое преимущество. Каутинье исполнил классную передачу из чужой штрафной назад под удар Ивану Ракитичу, а тот классным выстрелом в касание отправил мяч в ближнюю шестерку ворот Льориса. Шпоры организовали достойный ответ на 52-й минуте. Гарри Кейн получил пас от Эрика Ламелы у чужой штрафной, после чего продвинулся вперед, обыграл защитника и закрутил мяч точно в дальний угол. Спустя 4 минуты Барселона вернула себе перевес в 2 мяча, Альба прорвался в чужую штрафную с левого фланга и прострелил низом в центр на Лионеле Месси, который ударом в касание отправил мяч точно в угол ворот Льориса. Еще через 10 минут интрига вновь возродилась, Ламела нанес удар из-за пределов штрафной. Мяч задел Климана Лангли и влетел в сетку. Из-за рикошета Марк-Андре Тер Штеген не спас свою команду. И все же последний гол в матче забила Барселона на 90-й минуте. Месси воспользовался провалом в обороне соперника и оформил дубль. Таким образом, в этой группе Барселона и Интер набрали по 6 очков, а Тоттенхэм и ПСВ баллов в активе не имеют.